эксцентриссимо. Представьте себе, работает с вами в офисе господин почтенных лет, каждое утро 7 часов на месте. Сидит в open space вместе со всеми, молча что-то делает, пьет кофе из автомата и премию за отсутствие опозданий получает. А это Форест-младший Марс. Нам его имя ничего не говорит, ведь этот человек многое для каждого из нас сделал. Он руководил компанией по выпуску шоколадных батончиков, жвачки, вискоса и педигри. Мистер Марс в его 84 был 25-м в списке самых богатых людей мира, пока не умер. Он и на пенсии, заработав миллиарды, привычек своих не изменил. Поселился в квартале простых домов. Да, там вокруг одни миллиардеры, но об этом узнать можно, только заглянув в их семейную бухгалтерию. Снаружи это обычные, скучные люди. Охранников нет, заборы невысокие, транспорт невзрачный, кутежей с перестрелками в небоскребах не устраивают. Тихо живут в своем шоколаде. По-настоящему тонкий вкус демонстрируют молча. Салоны «Остров сокровищ» – стильные коллекции часов по доступным ценам. Эксцентриссимо.